просыпаемся, просыпаемся. Давайте, вставайте, вот уже вот так. Вот. Нет никакого смысла продолжать эту боль и горечь. Счастье ушло, пора и мне. Чао! Ну почему это должно было случиться именно со мной? Почему он до завтра не мог подождать? Макс, Макс, посмотри мне в глаза, ты сможешь, ты сумеешь это сделать. Нет, нет, Макс, смогу. Ты сделаешь это, Макс! Макс, это, Макс, это твой звездный час. Все, о чем ты мечтал, Макс. Ну, пожалуйста, отпустите меня, я все для вас сделаю. Макс, 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 ну возьми, возьми себя в руки. У вас был не совсем удачный день, и вы плохо себя чувствуете. Пожалуйста. Пожалуйста, господин Барьер. Пожалуйста. Пожалуйста. Ну, хорошо, почему бы и нет? Хотя в этой комедии, как и в предыдущих, которые я ставил в спектаклях, много юмора и анекдотичных ситуаций, она все же глубже по своему содержанию. А потому что основной идеей этой пьесы является то, что у каждого человека имеется свой шанс раскрыть талант. Ставить комедии далеко не легче, даже, может быть, сложнее в чем-то. Очень важно, сохраняя тот юмор, не перейти грань, не опуститься до пошлости, понимаете? А ведь, в принципе, зрителям сегодня нравится многое, судя по тому, как и что нам показывает телевидение.